еврейские танцы там вдалеке. Я, пожалуй, вижу впервые все-таки. Даже решился еще раз приостановиться. Так. Такого, пожалуй, еще раз повторюсь, я не видел. Так и тютенек с зонтиками 20-градусной жары. Хотя, впрочем, обещали грозу, вроде бы. Причем вот так тут все. А под этим местом, где стою, прямо вот там, находится тоннель, где раньше продавали траву. Вот. И Грешин, я там даже ее покупал. Как-то. Вот такое у меня получилось повествование. Девушка снимает, спускается. Хорошая, без лица, правда, ну ладно.